Что ж, давайте мы сейчас остановимся и выслушаем все ваши вопросы и замечания. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что раз мы это делаем, то уже нечего добавить к тому, что мы сказали, в поддержку модели приведения общей суверенности. Но если вы рассмотрите все аргументы в защиту этой теории, то вы поймете, что мы с вами обсудили самые основные аргументы. А сейчас, пожалуйста, вопросы. Фрэнк, пожалуйста. Я бы хотел задать вопрос касательно привычек человека и как это связано со здравым смыслом. Скажем, каждый день я еду по хайвею, чтобы попасть на занятия в семинарию. Иногда я вынужден ехать по одной полосе из-за загруженности дороги, но в большинстве случаев я могу выбрать любую полосу для движения. Хотя при этом склонен ехать по одной полосе. Если говорить абстрактно, то я могу придумать какие-то причины, почему я еду именно так. Но если подключить здравый смысл, то я не знаю, почему я это делаю. Просто я так привык. Как совместить привычку с тем, о чем вы говорили? Хороший вопрос. Сторонник модели проведения общей суверенности скажет, что, конечно, у нас есть привычки и у нас есть предпочтения, точно так же, как и другие факторы, которые являются внешними по отношению к нам. Да, привычки и предпочтения — это внутренние факторы, но есть и другие факторы, которые являются внешними, которые склоняют нас к одному или к другому решению. Сторонники либертарной свободной воли не отрицают этого. Они говорят о том, что эти привычки, эти предпочтения или о каких-либо других факторах не шла бы речь в той или иной ситуации, все это недостаточно сильные факторы, чтобы предопределить ваше решение, что вы будете ехать по той или иной полосе. Но вы скажете, но ведь в итоге-то я решил ехать по этой полосе. Они скажут «да», и как раз это показывает, что вы свободны. Просто ничего не мешало вам поступить иначе, если, конечно, соседняя полоса была свободна от машин. Ничто не мешало вам ехать по другой полосе. Вы также легко могли ехать по другой полосе, как по той, по которой вы ехали. И тот факт, что вы выбрали именно эту полосу, не означает, что это было предопределено. Это лишь демонстрирует, что вы обладаете либертарной свободной волей. И в этом случае вы ей воспользовались. Да, быть может, бывает такое, что что-то склоняет вас к принятию того или иного решения, выбору какого-то варианта. Но все эти факторы недостаточно сильные для того, чтобы предопределить и гарантировать ваш выбор. И вот есть еще один вопрос, который может задать сторонник либертарной свободной воли, говоря о модели частной суверенности. Действительно ли соответствует ситуация представлению об этой ситуации? Что действительно нет ни одного фактора, ни по отдельности, ни в совокупности, которые были бы достаточно сильны. Неужели правда можно говорить о том, что кто-то не может поступить иначе в том или ином случае? Согласно либертарной свободной воле, утверждается, что возможность поступить иначе существует. Те же, кто отвергают эту свободную волю, говорят о том, что такой возможности не существует. И на этом строится философская часть аргументации в защиту того или иного представления о суверенности. Фрэнк, помог ли этот ответ? Да, пожалуйста, другой вопрос. Какую роль играют разные причины во всем этом? Скажем, я что-то выбираю волевым решением, но неужели внешние факторы не оказывают влияния на этот процесс? Что ж, действительно, сторонников либертарной свободной воли часто обвиняют, что они игнорируют внешние факторы, не принимают их в расчет, и получается, что решения принимаются спонтанно, совершаются необъяснимые с точки зрения логики поступки. Но сторонники либертарной свободной воли ответят на это: нет, мы совсем не утверждаем, что нет причин, которые склоняют к осознанному решению. Они говорят о том, что независимо от того, сколько существует внешних факторов, которые склоняют человека к определенному выбору,
Все эти причины не являются определяющими. Они не являются достаточно сильными, чтобы гарантировать выбор человека. И поэтому, что бы ни выбирал человек, он с такой же легкостью может выбрать что-то другое. И это не то же самое, что сказать, что выбор был иррационален. Если бы выбор был иррационален, то точно так же можно было бы выбрать все, что угодно, и внешние факторы не играли бы никакой роли. Скорее всего, внешние факторы помогают вам разобраться, понять, в чем же состоит та или иная ситуация, и каковы перед вами варианты выбора, чтобы вы не выбрали что-то, что совсем не вписывается в эту ситуацию. Но если какие-либо факторы склоняют вас в пользу одного или какого-то другого варианта, то тогда ваши поступки обусловлены внешними факторами, и вы уже не свободны согласно этому представлению. Да, еще вопрос. Компатибилизм, да. Компатибилизм — это богословское или философское понятие? И богословское, и философское. Все эти понятия, о которых мы с вами говорили, либертарная свободная воля, детерминизм и компатибилизм, все это основные понятия, лежащие в основе обсуждения свободной воли, которые вы найдете как при изучении богословских трудов, так и при изучении трудов философов. Но мы с вами на протяжении предыдущих лекций пытались сделать следующее. Мы старались понять, что означают эти термины в богословском контексте, чем вызваны поступки человека, чем обусловлен выбор человека. Поэтому те люди, которые говорят о компатибилизме и противоположных точках зрения, говорят о том, каковы бывают внешние факторы, верен ли детерминизм. И мы с вами заимствуем все эти понятия и пытаемся переложить это на нашу с вами ситуацию, когда одним из действующих лиц является Бог. И какие-то факторы являются религиозными, какие-то философскими, какие-то духовными. Но мы не отбрасываем ни либертаризм, ни компатибилизм, только лишь на основании того, что эти термины используются в светских книгах по философии. Нет, это нормально. Богословие не дает нам теории о свободной воле человека. Библия показывает нам, что человек свободен, но не определяет, о какой свободе идет речь. И также не раскрывает нам, как эта свобода согласуется с божественной суверенностью. Поэтому я говорил на предыдущей лекции о том, что если вы занимаетесь богословием согласно первому или второму подходу, который мы рассматривали на первых лекциях, то вы вообще не сможете участвовать в этом обсуждении, потому что все, что у вас остается, это показать тексты Писания и попытаться их истолковать. И вот есть тексты, которые говорят о том, что Бог все контролирует, и есть тексты, говорящие о том, что человек свободен. Как они согласуются? Не знаю. Но так говорит Писание. Тема закончена. Следующая тема. Если же вы занимаетесь систематическим богословием, следуя третьему подходу, то тогда вы можете выходить за рамки Писания и использовать то, что может помочь вам разобраться в этом вопросе. Конечно, вы должны оперировать истиной с точки зрения соответствия, и, конечно, вы должны быть последовательны со всем, что записано в Писании. Это наш главный приоритет. Это вопрос, который мы должны задавать себе всегда, когда мы находим что-то в светских дисциплинах и пытаемся использовать это в богословии. Это вопрос следующий. Хорошо, вот есть некое представление из светской дисциплины. Есть ли что-то, чему учит Писание, что противоречит этой идее из светской дисциплины? И если есть что-то, чему учит Писание, что противоречит этой идее, то эту идею следует отвергнуть. Скажем, не евангельские богословы поступят иначе. Они скажут, ну что ж, Писание и светская дисциплина, они обладают
скажем, одинаковым весом, а кто-то даже скажет, что светские дисциплины обладают большим весом, чем Писание, но это не евангельский подход. Да, пожалуйста. Вот есть общая суверенность и есть частная суверенность. А есть ли что-то посередине, как, скажем, позиция арминиан, отвергающая открытый теизм, утверждающая, что Бог всезнающий, когда говорится о том, что Бог может использовать предузнание, не отменяя при этом либертарную свободную волю? Что ж, хороший вопрос. Мне сразу хотелось сказать, что нет середины. И причина этого проста. Каждой из этих позиций лежит убеждение, основанное на разном понимании свободной воли. И на основании того, что мы с вами обсудили на предыдущих лекциях, должно быть ясно, что нельзя одновременно придерживаться и либертарного взгляда на свободную волю, и компатибилистского взгляда, или придерживаться какого-то из этих взглядов и при этом отвергать вообще свободную волю. Поэтому невозможно придумать точку зрения, которая бы включала в себя оба этих взгляда на свободную волю. Такой точки зрения просто не существует. Однако следует добавить вот что. Ваш вопрос предполагает, что просто рассказать о позиции частной суверенности и о позиции общей суверенности недостаточно. Как мы вчера отметили, существуют различные формы общей суверенности в богословии, а также есть разные формы частной суверенности в богословии. И, конечно, между этими формами есть определенные отличия, скажем, между позицией открытого теизма и традиционным армянианством. И мы об этих отличиях вчера говорили. Но это не такое отличие, которое включает в себя совместимость с позицией частной суверенности. Потому что сторонники открытого теизма и сторонники традиционного армянианства соглашаются между собой во взгляде на свободную волю, которая отличается от взглядов сторонников частной суверенности. Но вот что говорят сторонники открытого теизма об атрибутах Бога, во всяком случае, если говорить о многих божественных атрибутах, то это схоже на то, что я делаю. И я не считаю себя сторонником общей суверенности. Я отношусь к лагерю сторонников частной суверенности, но я не разделяю их точку зрения о всезнании Бога. И также традиционные армяне не верят так, как они верят. И более того, есть армяне, которые придерживаются классического взгляда на атрибуты Бога, а есть армяне, взгляды которых на атрибуты Бога немного иные, но они не заходят так далеко, как заходят сторонники открытого теизма, во всяком случае с атрибутом всезнания. Что ж, существует много разных точек зрения, но при этом вы не найдете такую точку зрения, которая бы совмещала две разных модели. Все, что мы можем говорить, что где-то есть отличие, а где-то есть схожесть в понимании каких-либо моментов. И я надеюсь, что к концу нашего обсуждения вы сможете понять следующее. Относительно умеренный армянин, его взгляд на богословие, основанный на позиции общей суверенности, и относительно умеренный кальвинист и его взгляд на богословие, основанный на частной суверенности, не так уж далеко друг от друга. Конечно, между ними проходит черта, и эта черта в их понимании свободной воли человека. И также в вопросе о том, использует ли Бог всю ту власть, которая у него есть. Но, несмотря на это, они совсем недалеко друг от друга. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами.
Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И также я надеюсь, что вы увидите еще вот что, о чем я говорил вчера и в защиту чего я буду выступать, что касается частной суверенности. Это то, что возможно иметь такой взгляд на атрибуты Бога, что Бог получается более близкий к человеку, Бог, который заботится о человеке. Но та аргументация, которую я буду приводить далее, будет неминуемо вести к убеждению, что Бог — это царь. И представление, что если вы придерживайтесь классического взгляда на атрибуты Бога, то вы неизбежно будете верить в некого далекого монарха, у которого вся власть и который ей ни с кем не делится. И единственная возможность изменить это представление о Боге — это поменять представление о Его атрибутах, то нет. И я уже не раз приводил этот аргумент на наших с вами лекциях, и я пишу об этом в книге, что возможно изменить представление о атрибутах Бога таким образом, что Бог становится более близким, но в то же время Он остается царем. У Него все еще остается власть и то могущество, которое утверждается в классическом теизме. Что ж, ну разве это не требует веры в либертарную свободную волю? Более того, если вы верите в либертарную свободную волю, то все это представление рассыпается на части, потому что Бог не может использовать свою власть. И единственный путь, как можно совместить веру в абсолютный суверенитет и всемогущество Бога, с одной стороны, что Бог — это царь, но при этом царь, который заботится, и свободу человека — это компатибилизм. Только эта позиция позволяет согласовать Божью суверенность и свободу человека. Но к этому вопросу мы еще вернемся. Что ж, спасибо, хорошие вопросы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.